Здравствуйте. Хотел показать, как я постараюсь замоделить вот это. Тут смотрел, как подобную вещь делает Римус в одном из своих видео. Но он делает это в Максе, а я попробую в Блендере. В принципе, инструменты одни и те же. Включу-ка я вот эту штуку, чтобы здесь было, были эти, показывали нажатия, были показаны нажатия кнопок. Тиндер пожирнее возьму. Так, это вообще сетка колонки. Колонки диаметр там, допустим, 11 сантиметров, да? Тут 1 сантиметр. Вот. Теперь нам надо создать паттерн. Паттерн. Так, вот это у нас будет ячейка. Ячейка. Чем это на 0,15 метров. Такой штуки не было, надо немного офсет уменьшить. Не офсет, а дистанс.
Ой, ладно, я еще не начал. Да, у меня что-то... А, у нас же есть. У нас же есть Object Offset. Object Offset. Он-то нам и поможет, я надеюсь. Двинуть сетку как надо. Так. Vertex. Так. Почему? Почему он не снапится? Странно, почему-то это не работает со снапом. Так. Это вроде работает. Вроде получается. Так. На всякий случай я это сохраню дело, отправлю в отдельную коллекцию. И
которую я отключу. Теперь я применю наши. Не-не-не, рано. Надо еще. Надо саппорт-лупы добавить, чтобы у нас. Чтобы у нас при сабдиве не поехала форма. Ну, не закруглились, то есть вот эти штуки. Ой, а почему так все съехало? Кстати, я вот эту включу штуку. Ну вот, сабдив у нас по каналу. Bluetooth это выдонок, если чем включается обычный булин, просто удобными кнопками. Вот слайд же. Что делать, как это работает?
Вот. Стрёмные эджи остались. Это не суть, они мешать будут. Так, чтобы было понятно, что происходит. Вот я цвет немного поменяю. Сейчас попробуем. Попробуем через ширинку wrap. Попробуем пока через mesh default. Сначала создадим это с группы. Так. Вот, и теперь мы можем добавить. Simple. Before.
Так, лучше добавить. Ух, что ли. Да, вот. Здесь останется. Так, теперь мы это биндим. А эту штуку. Приделаем теперь, когда мы... Да, у нас это вот загибается. Так, а вот почему он не идет. Так надо. Значит, shrink warp так работает. Здесь какие-то искажения происходят. Блин, вот эта штука должна работать. Малыш и флора. Сейчас я буду разбираться. Подождите. Так, я похоже тупанул. Надо было не mesh deform, а surface deform. Вот так. Да, вот теперь он огнется. Так, ну и вот.
руками сделал. А, я перезагружал, поэтому выключился. Я туплю его. Так, ну его изначально, могу бы изначально забиндить к более скругленной поверхности. Так. Вот это можно было просто нажать. Пофиг, сделаем так. Ой. Да. Не показывает.
Вот так вроде нормально. Ну и вот, теперь приступим. Блин, сбросилась эта штука. Глупый комплектер. Ну и вот получаем отличную сеточку. Для этого, кстати, можно было еще кое-что замутить.
Это полы, конечно, подходящие стало. Можно, в принципе, в центре какой-нибудь рисуночек выдавить. Ну, тушь я на будущее оставлю. Ну вот.